Какой контроль осуществлялся во время работы Общественной палаты? Какие эксперты награждены благодарственными грамотами от президента России и каких целей они добились? А также избрание нового председателя комиссии. В Общественной палате провели итоговое пленарное заседание за прошедший 2021 год. Смотрите подробности. За последний год Общественная палата достигла немалых успехов. Это подготовка 502 экспертов-наблюдателей для выборов в Государственную Думу. Контроль за реализацией национальных проектов в разных областях. Это не только проекты в медицине, образовании, строительстве дорог и ЖКХ, но и контроль качества питания. Ведь общественники видят те недостатки, которые не смогут заметить другие. Заседание по итогам работы Общественной палаты 4-го созыва началось с доклада председателя Общественной палаты Елены Лешовой. А после утверждения ежегодного доклада четверо экспертов-наблюдателей и деятелей палаты были вознаграждены грамотами президента России. Таким образом, деятельность Общественной палаты Карачаево-Черкесии признали на высоком уровне. Ведь ее наблюдатели были независимы, следя за ходом выборов в Государственную Думу. Общественная палата – это не только общественный наблюдатель, это общественная деятельность, это в первую очередь общественный контроль. И я хочу сказать, что наш общественный контроль, несмотря на то, что мы все-таки общественники, он проходит честно, он проходит объективно. То есть многое было сделано, но еще и у нас нацелены мы, конечно, продолжать активную работу и не снижать темпы работы в 2022 году и на 2023 год. Присутствующие на заседании прошлись по ряду рекомендаций, одной из которых – это утвердить директора Института прикладной математики и информационных технологий Джамала Тибуева на пост председателя комиссии по развитию высшего дошкольного и среднего образования Общественной палаты Карачаево-Черкесии 4-го созыва, а также продолжить работу, направленную на активное взаимодействие с органами власти, общественными организациями, населением республики в целях эффективного социально-экономического развития. Меня так воспитали, именно воспитали в плане того, что мы должны принимать участие, всячески оказывать содействие. Ну, больше отпечаток, наверное, оставила студенческая жизнь. Именно в студенческое время я приобщился к общественной работе, к благотворительности. И Общественная палата стала именно тем институтом, той площадкой, где я смог реализовываться дальше. 2021 год показал, что новые вызовы активизируют гражданское общество. Дискуссии и обсуждение социально значимых вопросов, совместное преодоление проблем – характерная особенность дальнейшего развития гражданского общества в регионе. И подводя итоги уходящего года, палата смотрит будущее, ищет новые форматы поддержки и позитивной гражданской активности. Харчабиджиев, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.